Музей своими руками. В селе Муги Акушинского района живет семья Курбановых, которые организовали свой музей. Посетив его, можно увидеть не только быт древних горцев. Здесь представлены экспонаты, рассказывающие о культуре и некоторых других стран. Музей расположен в башне, которую глава семейства сделал своими руками. Гидом работает его супруга. Летом сюда часто приходят школьники и туристы. Одним из первых музей посетил мой коллега Шамиль Махмудов. Самое главное – показать нынешнему поколению, какой жизнью жили наши предки. Мугинское подворье – гордость семьи Курбановых. У входа гостей встречает Муслимат, она здесь главный гид. Бывший учитель французского языка, которой довелось проводить экскурсию в Париже, не растеряла свой навык. А вот этот кувшинчик – это для воды. Вода вот в такой, таком кувшине хранилась в холодном виде. Поэтому вот такие глиняные кувшинчики были так в основном у горцев была вот такая глиняная посуда общедоступная. Пополнять свою коллекцию по-настоящему историческими объектами Курбановы продолжают до сих пор. Что-то находят сами, а что-то получают в подарок. Решили не ограничивать себя только местной культурой и с радостью демонстрируют посетителям экспонаты из других стран. Не все в Мугинском подворье принадлежит местному колориту. Вот, например, вот эта ваза. Ее нашли на берегах Каспийского моря рядом с Дербентом. Именно там проходил Великий Шелковый путь. Судя по характерному рисунку на вазе, она принадлежит к временам Византийской империи. Если Муслимат отвечает за культурную составляющую музея, то ее муж – за техническую. Ахмед Курбанов по образованию резчик по камню буквально своими руками соорудил башню, в которой расположен музей. 7 этажей на каждом помещении, которое владельцы подворья мечтают наполнить экспонатами. Когда без зелья сидишь, тоже нехорошо, а когда создаешь что-то, когда ты вник эту такую программу, вот эту идею создать, именно подворье вот такое, чтобы наше поколение вот показать, как наши деды, прадеды прожили, как они, какими орудиями, трудами пользовались, какими средствами, как обрабатывали земельные вот участки, вот это все. Но это хотели тоже подчеркнуть, чтобы не забыть вот это. Вот такая идея мне и вот как... Сейчас на территории подворья семья Курбановых строит кузницы и мастерские, где любой желающий сможет попробовать себя в древних ремеслах Дагестана. В планах же сделать подворье туристическим центром не только села Муги, но и всего Акушинского района. Шамиль Махмудов, Гаджи Магомедов, Тимур Лямаев, Юсуп Газиамаров. Время новостей.